Дорогі друзі, хочу ще раз вам напомнити, хто не знає. Мене звуть Артур Сороченко. Я 9 років своєї житті провів в містах лишення свободи, чого нікому не желаю. В своїх відео, в своїх роликах я ні в коєму випадку не пропагандирую АУЄ або ще якісь субкультури. А наоборот, хочу показати людям і молодежі, дабы они не нарушали закон, не попадали в тюрьму и учились на ошибках с видео, нежели причиняли боль и страдания близким своим, а также другим окружающим. Жалоб Бон, Украина, Бон, Германия. Кто лучше приготовит бирне, тот выиграет приз. Приз, короче, 10 ток, Алёша. Конечно. Ну, сначала Петя сделает, приготовит, поставит, потом Лёша. И на пробу, кто лучше, мы будем определять. И тут добавил той, да? Или ты без яйца делаешь? Не надо тебе помочь, наверное, не хватает. Не хватает. Ну, не хватает оперативки, да? А ну, помню, давай, я понял. Ой, блядь. Вот. Вилка. Ничего страшного. Петя, смотри, короче, ситуация какая. Петя будет готовить и Лёша будет готовить дырене. Кто лучше приготовит дырене, тот выиграет приз. Приз, короче, 10 ток, Алёш. Конечно. Я шучу. Давайте на УЕФА, кто будет первый начинать готовить. Так я уже начал. Ну ладно, давай ты, Петь, хорошо, первый. Все, вот его тарелочка, вот моя. Вот твоя тарелочка, да. Там пару дырено выйдет, просто чтобы понимать, кто лучше сделал. Да. Мочалочку эту выкинь, возьми новую, потому что от нее петухом воняет. Она уже грязная. Спроси. А они где? Фрося, где новые мочалочки? Фрося. А я все нашел, я нашел. Новую, это выкидывай, она же черная. Да. Не, Фросю надо нахуй бодрить нормально. Он, блядь, понял, он делает вид, что что-то делает и спит постоянно. А ту выкинуть? Вот эту выкинуть, вот эту. Блядь. А, блядь, вижу, что она нормально. Да, да. Да, на руки еще полностью. Лёха, как ты вообще скажешь? Что ты скажешь по Пете вообще? Что он? Петя был нормальный. Лёха поедет на обследование печени, потому что что-то он пьет глутаргин уже месяц, но что-то мне не нравится у него печень. У него она была увеличена, но мне кажется, что скорее всего циррозик. Если циррозик, то пить на стримах вот, не будешь. Вот, давай я вам скажу. Станка, заходите, что ж делать? Играла в Бон, Украина, Бон, Германия. Ага. Немцы выиграли. Наши проиграли. Закончил футбол, хожу стадиона я, начал с драка с фанатами, немецкими нашими. Ну, я понял. Обхожу я вокруг, захожу метро, мне стоит драка на кучка, стоит один мужик. Говорит, поехали со мной, будет тёлки, бухло. Ну, мы поехали. Вышли с метро, вызвал такси он. Поехали к нему, в итоге тёлок не было, набухались. Он лёг на диване спать, я оружил как на диван, лёг спать. Летел в туалет. Выхожу в туалет, говорю, дулая вешалка. Вижу, говорю, чемодан. Я достаю чемодан, снимаю, открываю его, там полчаса долларов. Я быстренько, пока он спит, через комнату принес, скинул через балкон, вылез, поймал и ушел. Ага. И пошел брать миллион долларов. Ну, не сразу же. Два. Не сразу же. Так. Сергей Валентинович, что там у нас? Трибургутру. Натер уже, короче. Натер картошечку. Вот, пожалуйста, сейчас вперед цибулька. Яичко добавлю. Я знаю, чтобы ты понимал, что дырены готовятся, есть уйма рецептов. Рецептов 10, там по-разному. Я вот так вот. Я не помню, когда я готовлю, расскажу тебе сейчас. Есть по-разному. Цибули желательно много не добавлять. Цибули натягивают, ты не забываешь, да? Конечно. Она же натягивает. Натягивает вкус. Да, натягивает вкус. Но желательно не добавлять. Потом после этого что? Яичко и муку. Все, больше ничего не буду. Я их не знаю, в каком году готовил их вообще, если говорю честно тебе. Яичко и муку, да? Да. И все сырое. Да. Ты вот. Стал уже эту сковородку стал а уже включать. Надо? Включай уже по-быстрому, хай она пока эти. Забивается, да. Ну это же не я зашел. Что, не уработали эту сковородку еще, не? Мне так... Я не знаю. Обычно месяца два и все уработано. Это максимум.
Это максимум. Ну что не дай, два месяца и все, и конец. Так. Можно на любой, да? На любой можешь. Ну лучше, где самое больше, где лучше. Мне надо тебе помочь, наверное, не хватает. Не хватает. Ну не хватает оперативки, да? А, ну помню, давай, я понял. Не, ну не троит, оно это оперативка. Вот, есть. Это что, типа на ключ поставили? Это ключик. Ключик надо снять. Я же на ключик поставил. Снял. Все, вот ту большую. Давай да. Большую, да. Та большая, это вот это, да? Да. Вот это, правильно? Вот. Да. Совершенно верно. Угу. Вот. Все. Ну, весь, навесил я сразу. Девяточка. Я сам начинаю. Девяточка, все. Дай посмотрю, уже бля, ебаный. Ты понял, да? Да, это, короче, сковородка, которая стоит, блядь, двушку нахуй. С, с антипригарным покрытием, бля, это пиздец. Вот это двушка. Ну, это Фрося, наверное, ее похоронил. Или Виталий, там же концов не найдешь. Крюсик не жарил, ничего? Что не жарил, не понял. Я не знал, нет, я насчет этого тебе говорить не буду. Да, понятно. Леша, а вообще, как ты думаешь, ты знаешь, что сборная Украины вчера 3-0 проиграла Румынии? Бля, как они позорно проиграли, бля, 3-0. Да, я тебе скажу, что по игре они играли неплохо. И по игре они больше держали мяч. Почему они проиграли, объясню тебе, какая ситуация. Там у них, у сборной Румынии, там два вот этих паренька в центре поля, слева и в центре, там очень сильно играет, там вот этот капитан у них команды, очень сильно. Он первый мяч такой положил, с метров где-то, ну, с метров 25, такой, гав, девятку как дал, и второй тоже без шанса, ну, то есть он там так тырил все голы забитые, да, без шанса. Они там разыгрывали четко. Они да. Там именно вот эти два штемпания, да, от них все там строилось, и как бы, ну, ну, вы же опять же, вы же знаете, от кого исходит там опасность. Так возьмите их обезвредьте. Не, ну, просто, что понимаешь, в чем суть? У Украины такой состав... Возьми тот же Цыганков, возьми тот же Добрик. Такий состав, в таких клубах играють і проіграють у збірну Румунії. Последній от этот бил наш, блядь, і то, блядь, і штангу поймав, блядь, нахуй, ну, блядь. Ну, ні, та, ну, ні, це просто румунам повезло где-то. По ігре наші неплохо іграли, просто що, видиш, ті реалізували моменти. Ну що, ну у них ще є два матчі. А ще два матчі є, так. Два матчі треба виігрувати. Я думаю, вони відіграються, я так думаю. Два матча выиграли. Если будут меняться, нахуй, им надо менять. Они в одном составе. Надо менять запасных, там же есть куча запасных игроков, таких нормальных. Надо менять их. Ну и более в атакующую игру играть просто, что они вышли так в одного нападающего. Ну, вот руками менять, нахуй, блядь, чтобы они, блядь, все играют одни и те же. Ну, хуй так надо. А те басы сидят. Возьми ту бутылку, спрячь ту вот эту. Что ты вот эту? Ну, вот что туда? Спрячь ее. Ты вылил ли? Налил, еще буду заливать, жарить будет. Так вылей туда сколько надо, да и все. Что ж она стоит, мешает? Потом доливать еще буду. Это пару штук сделай просто, чтобы на вкус попробовать, понял? Пацаны попробуют сказать, кто лучше сделал. Леш, ты умеешь готовить? Да. Вот это бродяга. Добавил сюда приправку, муку. Смотри, что жаба сковородка сделала. Это, олею. Это жарова же была ложка материна, бля. Материна. Это, блядь, это Кристина. Люди. Сковородки общие. Просто надо было. Не, надо было просто сказать, что объяснить ей, знаешь, перед тем, как жарить, что. Ну не знаю, она не виновата, она не знает. Да, мне это хуйня, блядь. Сковородки общие у них общаги там. Не, какие общие? И общие. Там, общие. У каждого свою, что она понимаешь? Живет отдельно там. Да, я. Что значит общие? Я же не был. Ты не был, я был у него. Ну что значит общие? Как острый? Не. Нет, там у каждого все стоит. Каждому свое там. Не, Лёх, ты не путай. Там у каждого свое. О, класс, колодки уже. Не пригорает ничего, что вообще. Не пригорала, а сейчас уже после их вмешательства будет пригорать.
Она вообще, эта тефалевская, идеально была. Она вообще, что жаряется. Что любой не жаришь, оно быстренько, четко не прибирало это. Просто что надо деревянное это. А понимаешь, кто-то там он тоже мог брать вилкой, яйца жарить. Понял, такое, ну. Да, не, знаешь что, я ничего не слопал. Так аккуратненько. А вилка? Не, не слопал. Вилкой можно, только не цеплять ногу. Ни в коем случае, но не цеплять еще. Согласен, Лёш. Сися, не носись там Испании, бо я сейчас хочу, ты будешь вайный. Мы сейчас, ну, он все не будет делать, потом доделает Фрося уже. Он просто сейчас на пробу сделает, чтобы пацаны попробовали. Ну, сначала Петя сделает, приготовит, поставит, потом Леша. И на пробу, кто лучше, мы будем определять. Ну, никак все. Я уже чувствую, что пахнет вкусно. Смачно пахнет. Ты будешь как по старинке. По старинке пить? Да, как мамка, я и сики рокин убивает. Цибулька, персик, соль, я тебе приправки дал, яйцо. Мама учила, говорю. Сейчас коротку не выключай, Леха сейчас будет. Я просто ставлю. Выключишь, да просто ставишь, а потом Леха включит. Теперь Леха ты делай, вон твоя картошка. Ставь сюда, да, ставь сюда. Сюда ставь, это твои, чтобы не перепутать. Ну, выглядят неплохо. А? Сюда чуть-чуть для вкуса, а? Ну, а нельзя. Мне кажется, надо было, когда они были сырые, ну, добавлять. Это уже, они сейчас горячие, все. Хорош, хорош. Леша, только пальцы не порежь, Лех. Ну, который вот зерночки готовит. Плитка у Леши включена. Да, Евгений? Да. А, Евгений. А плитку туда подсунешь и все, и бутерброд, а? В сковородку. Новую плитку, прикинь. В сковородку. Заговорился, да? Говорил, не заговаривается. Ты в плитку на сковородку. Ну да. Да, вот камера четко снимает, видно. Да. А сколько мне пикселей высоко? Если не помню. А, да, сколько она видит? 5, наверное. Пятерочка? На приколе что-то вот 1500 мегапикселей, пятерочка. Вылежит, пятерочка. Пятерочка это Nokia 3310 была. Да. Не-не-не, ты сидей без камеры, что? Пока 100. Ты уже натер всю эту? Цибуля осталась. А, все, красавчик. Что, я подвину тебе, когда загревается сковородка, да? Да, да. И тут давай вот той, да? Или ты без яйца делаешь? И то уже там. А, все сделал, короче, да, только там муку там. Еще, да? Это уже там. Ну, понял. Вот добавил уже. Молодцы. Петя, ты не комментируй, ты просто снимаешь. Нет, я ему говорю, так он все делает сам, то добавляй по вкусу, каждый сам делает. Правда, Леш? Да. Была такая заводичная. Лично справа. Ой. Леша начал жарить, да? Да, ложу. Ой, Алексей. Как кто как хочет, такие, знаешь, нельзя говорить, на вкус и цвет, товарищи. Вот, кажется, одно блюдо заметил, а каждый шеф-повар делают праздно. Заметил? Да. Все. И дальше. На концовке можно с краю. И пошли посередине. Быстрее. Ну, конечно. Видишь, что ты это регулируешь, да? С краю. Я вижу его. Я сковородку тебе, оп, равномерно было, температура, понял? Я вижу его. Пока... А ты же сам регулируй, понял? По кусочку, чтобы было ручки закрыты. Угу. Ну, первый выложил. Я включил, да.
Хто виглядаєш? Жариться цей. Угу. Висотись там. Два ще рано. Угу. Я ж тут спеціально не скажу, щоб було чітко. Да, ці були великі дні, а ці були з краю. Вони не жарили з краю. Теперь на середину поехали. Зажарили кіно і все. А он доходить все. Угу. Ні, це все, може там пожар, може винімати. Ну, скиня дійшло. Да, все правильно. Я вже... Так. Это Петины? Да. Это Лёшины, да? Не, хай ну, пробуют, не говори, чьи какие, хай пробуют и сказать, чьи вкуснее. Хорошо, так ради Давай. Интересно. Коля. Зови, короче, это, подожди. Николай. Николай. Просто сидите, короче, с Колей попробуйте. Идите сюда. Дима. Попробуйте, ну скажете, чьи лучше реально, кто чьи. Николай! Ничего не надо добавлять, да. Просто пробуй. Фрос, иди сюда! Сейчас я руки помою. Да, просто хай попробуй сказать, что такое вкуснее, а там... Мы с работы пришли. Две козлы полетают, да. Фрос! Пиши, пиши. А, ты ночномой, сука. Ты ночномой, бля. Ой, бля, малой, а что ты там Сережа там пробуешь? У него такая тактика. Фрос, пробуйте. Вот этот и те, и что такие лучше? Не, руки помойте, конечно. Хайвейте, Дмитрий, тут там главное, а там главное. Ой, блядь. Юка. Ничего страшного. Блядь. Пиздец. Возьми разрешенный валик. Возьми разрешенный. Блядь, ну... Или почисть, или ножик возьми по это. Поточи ножик. Смотри, да? Да. Не, ну вкусно ничего, но какие-то не твердые, блин. А чтоб, бля, блинчики получались. Блинчики, да? Теперь пробуй это. Ты мягче же будет. Один бери, пробуй, не надо разрезать, пробуй целый. Ты даже мягче. Вот это больше надо, но не похоже. Ты даже мягче. Блинчик, Петя. Почему? Потому что переборщил муки, совершенно верно. А я муки вообще чуть-чуть добавил. Трошки, можно не то, что как резиновый, а тянется трошки. Как дырны, да? Да. Лешин лучше, вот да? Вот это смачнее. Вкуснее. А ну теперь ты, Фросич, что попробуй это? Честно, Валюта. Ну да. Нет, так надо честно, я так тоже вижу, так я не, по виду не могу сказать. Что скажешь, Фросич? Мягче, смачнее. Ну, с виду Петины лучше, а вот эти вкуснее, да? Как калатик, как пример с виду. Это вкуснее. Это дыруны, натуральные дыруны. Да, это мягкие, хорошие. А это, блядь, блинчики. Ты говоришь, что вкуснее, а ты говоришь, что вкуснее. Да, как они... Я и зажаривал их сильно так. Я говорю, вот эти вкуснее. Тягучие какие-то, блядь. Какие лучше? Лешины, да? Да. Дыруны. Понял. Все, короче, Леша, молодец, ты выиграл. Выигрываешь 20 тока. 20 тока тебе. А Петя, молодец, ты проиграл 100 тока. Это порядочно. Леха, ну ты... А что уходят слухи, что ты работал с администрацией всеми учреждениями, где ты был? Что ты сотрудничал с администрацией, со всеми окей, учреждениями? Да, попробуй. То есть ты в оперчасти был? Нет, не было. Контакт не подписал с ними? Нет. Понял. Когда? Понял, тогда приветствую. Когда не был там. Понял. Опа, Шурик, ты что-то не владеешь, куда? Лёха, в зоне не был ты? Не знаю, только ты, накать тебя, накать тебя будет. Ты мне что-то делал там в хате? Что ты в хате делал? Уделял. На жирах стоял? Да, на левой стоял. Понял. А пирам стучал? Нет, не, не. А что такого? А ничего тут такого, валик постоянно. Не стучал? Я был за. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah.
I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap.